общем-то, вообще по статистике указывает, что 500 очков, у них по 35 тысяч. Ну, тех чародеев. Оценка. То есть это тут какая-то химера. Ну там самые сами те что-то 10 тысяч. Не, ну может там можно как-то набрать больше. Из чего его набираю? Ну просто да, и может компьютер больше. Ну, в смысле, кто из них играл? Там чародеи. Да чародеи, там имба вообще. Так мы так мы с. А, и что Мирабилис верла там не самое. 2 70 тысяч, ну вот 5 тысяч против нас воюет. Ну к нового нас подсунули, который. Не болись, ничего никакой, ни обороны там. Она то еще все тоже ходит. Можно наплевать на все, полететь сюда, туда, в город берем. То, что они там говорят, Питер. Для того и нужен. Игровой аппарат. Обманет они не видят. Ну правильно, если заранее знать там все. Вот это он полетел. Зуба. Да тут еще времени не прошло, вот рыжий объяснил. Вахлара. Была замечена здесь, она атаковала, ну, с драконом, может, сверху прибыл. То есть это был это, ворон или, да. Снанили сюда, мимо Дариада, это, и здесь. А потом она начала войну с нами, и верла там. И так до сих пор не подвою там, сверху. А эти между собой, по-моему, они друг друга не встречали, не, может даже и не было, но они быстро миробились, вероятно, как бы заключили перемирие. Но там остальные герои попроще, у нас оказалось, что его справа эти, и снизу, ну, снизу это явно рыжие воители. Плюс сюда подружка. Понятная карта. А где этот? А, ну мы уже выходили. Ну понятно, предводительно искать будет так, давайте там. Тоже на драконе здесь залей. Ну если бы у нас мощнее были какие-то. А ну можно его было. Вернее, как, если бы это был другой герой, то мы могли бы колдовать там тоже стрелы эти. И сука, ну стреляли. Не, мы уже только Нава напустили. А он летающий. Мы Нава, да он город. Плавание не летает. Ну что, можем мы на воду? Да, можем. А если сохранить, если походить ход, он сколько, он уже не указывает, сколько он на воду. Типа очков. Вот кто-то прилетел. Это он на нас бочку такую катит.
слушай. Ну, сейчас мы еще и эту потеряли. Надо было, конечно, подтянуть героя. Не так, этих войск, вот этих, которые присоединились к этим, не было, наверное. Не смог долететь. 30 ходов. Ну, тогда даже меньше, чем 30 сухимов. 32, как он долетел? Как ты долетел? И что-то он не казался год обман. То есть мы хотели их выманить, а их было двое, он прислал еще, который. У нас защитная сфера две. Ну тут для этого. Интересно, они. Да грифы, ладно. Летающие. Зачем игра такая, что там за полсатитуром можно на огромной карте сыграть? Ну то есть 20 туров еще только начало туда ходили, еще не город, ничего такого. Чародеям город вообще не нужен. Пойдем, как вот эти боевые заклинания, город в бонус просто. А си империи играть тут уже. Да. И у нас тут нету даже ни одного соразмерного заклинания. Вот тут теневого можно произвести. Так он это все исследовать надо, дойти до него. И только тогда он будет производиться. То есть у нас было. Надо что при такой. Ну, против такой армии где-то парочка лучше. Четверо или несколько. Надо бы еще что-то противоставить. Ну то есть у меня туров 10. А, Райс. Так захватывать, ну вот какой город захватить. И ничего с того не получилось. Их только разграбили. А да, была охрана, ну, моего города. Мы заплатили денег, исчезла та охрана. Не было 4 армии. За что мы здесь? А мы 400 золота. А он прислал. А что можно сделать? Интересно, страшители починить. Призванные созданы. Ну, возможно, их. А, вот значит шаром они. Да у нас и починили. Сколько он? 100% защита от него. А ты кто? 6, 10, 5, 7, 6. Заклинание, ну блять, что-то за заклинание так какое-то измывательство, мизера. Мы тратили 20 маны, но нанесло. Микроурон какой-то и все. Ну там, допустим, против чудовищ какой-то. Как бы, если у тебя, ну, нормальное, обычное.